пожалуйста. Это типа, когда они себя плохо начинают чувствовать. Пока родни. Бодрые, везде плавают, нигде плавают. Ну, все тоже плавали, потом бэц, и все, и тра-ля-ля. Ну, не знаю, чего это было. Пойти в башню и самоубиться там. Как бы там, кстати, я с каким-то обирать. Очень хорошо. Ребята, я больше не хочу. Можно я больше не буду? Вот идолом и кумиром молодежи. Все нормально, вот сейчас. Приедем, выступим. Спать, Игорь.